Так, ну что? Сегодня расскажу, как снять обшивку с водительской двери на Audi Q7 2008 года. Так, берем вот эту планку, аккуратно подцепляем снизу, вытаскиваем возле дверной ручки. Там есть шуруп. Берем торкс и выкручиваем его головкой на 25. Так, выкрутили. Для того, чтобы полностью извлечь, без всяких повреждений, я использую магнит и достаю болт, чтобы не потерять. И вот так все это делается. Так, второй болт находится здесь. Подшикрыживаем в кнопку собирания зеркал и вынимаем. Вот там второй шурупчик, винтик. Берем тоже его, выкручиваем. Так, выкрутили. Берем наш магнитик. Шик. Он здесь, все. Поехали дальше. Так. Третий находится в ручке. Там резинка. Не знаю, видно, не видно. Солнце соберу. Хорошо, вот она внутри. Берем ее, подцепляем. Там тоже шуруп сидит. Берем также. Выкручиваем. Ну туда не подлезть, выкрутим вручную. Вот берем торкс, подлазим и выкручиваем. Так, выкрутили, достаем. Вот, это третий. Так, четвертый у нас находится в самом низу двери. Вот он. Вот он здесь. Выкрутили. Берем наш волшебный магнитик. И вот он, наш шурупчик, последний. Далее, берем специнструмент. У меня он вот такой. Вставляем сюда, сбоку. Потому что ищем клипсу. И тупо на себя. Раз, отошла. Идем поверху, ища каждую клипсу. Начинаем снизу. Раз. Так. Так, вторая. Так, крепко сидит. Два. Три. Четыре. Бок пошел. О! Так, уже чья-то царапина. Но это не наша. Мы работаем с защитой. Запомните, ребятки. И осталось пару клипс. 7. Так, ну вроде бы все. Нет, не все. Остались середины клипсы. Так, ну что, вот такая вот обшивка. Сейчас покажу, как ее. Просто мы ее отчекрыжили. И поднимаем вверх. Как бы не самый легкий способ. Начинаем с края, от зеркала. И идем по всей периметре. Оп! Все. Обшивочку сняли. Внутри у нас мотор, блок управления электроприводом, центральным замком. Так. Здесь. Так, все клипсы вышли удачно, кроме одной, где вот расцарапано. Видимо, уже кто-то пытался, но сломано крепление. Так, далее мы будем снимать водительскую ручку, потому что проблема у нас не работает Keyless Go система. Дальнейшее видео будет тоже снято и выложено на сайт. Все, спасибо, ребята.